как вам, дорогие друзья? Вот такой вот аут на циферблатике. Я думаю, что вам понравится так же, как и мне. Поэтому вашему вниманию хочу предоставить обзорчик на один очень крутой циферблат очень крутого разработчика. Так, дорогие друзья, ну вот он, циферблатик. Называется он VFP0174 Luxor Pro. Это разработчик Александра Ковалева. Кстати, он заработал даже приз от Samsung как лучший циферблат 2019 года, кстати. Ну и в семерке он там ведущих разработчиков циферблатов именно для смарт-часов компании Samsung. Вот так вот он выглядит. Вот здесь это все настроечки, тут настроечки и тут настроечки. Ну, а теперь давайте посмотрим вживую. Так, вот так выглядит AOD. Очень красиво, с таким, с полной информацией вообще. Вот видите, информацию просто куча всяких разных, и среда, и тут вот даже есть цифровое время, да, потом пройденные шаги, ну и все остальное. Так вот он выглядит в режиме AOD. Ну а вообще выглядит вот так. Посередине, если тапать, то он меняет цвет. Вот здесь по окружности вот эти вот циферки и вот эти вот становятся такими зеленоватыми. Далее, если нажать здесь, вылезает окошечко такое. Два раза по первому меняется, когда вот так вот крутишь, начинается переливание. Это вот с помощью этой штучки все происходит. И она ярче становится, либо темнее. Следующее убирает время цифровое. Следующее нижнее цифровое. Дату внизу убирает, потом эту и эту часть. Остается вот такая вот штучка. Следующая настроечка меняет цифры. А, нет, ночной режим и дневной. Вот таким вот цветом будет работать. Следующее. Кнопасик меняет уже цифры. Их тоже такое приличное количество здесь есть. Есть просто нету цифр. А вот такие вот штучки разные. Есть римские, как вы сейчас видите. Мне вот такие нравятся. Ладно, вниз. Меняет цвет стрелки минутные. Тоже их несколько цветов. Следующая же, естественно, часовой. И вот теперь, когда я нажимаю на третью, она меняет цвет вот этих второстепенных окошечек. Светлый, красный. Посередине, как вы помните, цвет в целом. И вот так посередине меняет цвет. Несколько есть тоже оттеночков. Ну, другими словами, циферблатик довольно-таки прикольный. Лично мне он очень нравится. Советую его вам. Ну и хочу сказать, что первые 3 человека, которые подпишутся на канал, напишут комментарий, поставят лайк, получат купон для бесплатного скачивания данного циферблата. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, пишите лайки.
Ставьте лайки, вернее, пишите комментарии, естественно, только в том случае, если видео мое было для вас полезным. И не забывайте, что первых 3 человека, которые напишут комментарий, поставят лайк, будут подписаны на канал, получат бесплатный купон для приобретения данного циферблата. Пока!